Привет! С вами снова Ольга, и в этом видеоуроке мы свяжем вот такого маленького рождественского ангела. Он может стать прекрасным украшением новогоднего и рождественского интерьера. Также его можно повесить на елочку. Ангел получился небольшой. Вязала я его из акриловой пряжи. Это Yarn Art Baby. Также для вязания нам с вами понадобится небольшой кусочек такой вот пряжи, фантазийной, фактурной. Это у меня, честно говоря, не знаю, какая пряжа, что-то типа травки. Также нам понадобятся две упаковочки ниточек мулине шерстяных, бусинки для оформления и черная нить мулине для вышивания глазиков. Что касается головы. Голова и ручки вяжутся точно так же, как мы с вами вязали малышей амигурошек. В комментариях к видео я вам оставлю ссылочки, по ним можно пройти и связать голову и ручки для нашего ангела. Единственное, что ручки мы вяжем полностью телесные, то есть мы не переходим на другой цвет. Руки полностью телесные. Как вязать рукавчики, я вам покажу в этом видеоуроке. Ну что, давайте начнем. Делаем магическое кольцо, и в это кольцо вяжем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Дальше мы равномерно прибавляем в каждом ряду по 6 столбиков без накида. Сейчас вы увидите схемку, по которой можно связать, и увеличиваем количество петель до 48. По схемке вы вяжете самостоятельно, здесь нет ничего сложного. Во втором ряду мы с вами делаем 6 прибавлений. Каждую петельку вяжем по 2 столбика без накида. И в третьем ряду вяжем столбик без накида прибавления и так далее. До тех пор, пока у нас с вами в рядочке не будет 48 столбиков без накида. Эти ряды вы вяжете самостоятельно и возвращаетесь ко мне. Я связала 8 рядов, в ряду у меня 48 столбиков без накида. Следующий ряд 9, и мы здесь вяжем с вами 48 столбиков без накида за заднюю стеночку. Захватываем только половиночку петельки, то есть вот эту заднюю стеночку, и вяжем столбик без накида. Этот ряд вы вяжете самостоятельно, закончите его и возвращаетесь ко мне. Я связала 9 ряд за заднюю стеночку. Следующие 6 рядов с 10 по 15 ряд мы с вами вяжем по одному столбику без накида в каждую петельку, то есть по 48 столбиков без накида в каждом ряду. Эти 6 рядочков вы вяжете самостоятельно и возвращаетесь ко мне. Я связала 6 рядочков, сейчас я закончила вязать 15 ряд, и в ряду у нас с вами 48 петелек. В 16 ряду мы делаем 6 убавлений. Вяжем 6 столбиков без накида, убавление. 1, 2, 3, 4, 5, 6, убавление. Снова 1, 2, 3, 4, 5, 6, убавление. И так продолжаем до конца этого ряда. Мы связали 16 ряд, в ряду 42 столбика без накида. Следующие 3 ряда, 17, 18 и 19, мы вяжем без убавлений. По 42 столбика без накида в ряду. Эти 3 ряда вы вяжете самостоятельно, закончите их и возвращайтесь ко мне.
Я связала 19 рядов. В ряду у нас с вами сейчас 42 столбика без накида. В следующем ряду, 20, делаем убавление. Вяжем 5 столбиков без накида, убавление. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Убавление. Еще раз. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Убавление. И так повторяем еще 4 раза до конца этого ряда. Мы с вами связали 20 ряд. Следующий ряд у нас 21. Сейчас в ряду у нас 36 столбиков без накида. И следующий ряд мы вяжем один ряд по 36 столбиков без накида. То есть по одному столбику в каждую петельку. Этот ряд вы вяжете самостоятельно и возвращайтесь ко мне. 21 ряд мы с вами связали. В 22 ряду мы делаем 6 убавлений. Вяжем 4 столбика без накида, убавление. Первый, второй, третий, четвертый. Убавление. Снова первый, второй, третий, четвертый. Убавление. Первый, второй, третий, четвертый. Убавление. И так до конца этого ряда. Мы связали 22 ряд. В ряду у нас сейчас 30 столбиков без накида. В следующем ряду мы вяжем 3 столбика без накида, убавление. Первый, второй, третий. Убавление. Снова первый, второй, третий. Убавление. Первый, второй, третий. Убавление. И так до конца этого ряда. Мы с вами связали 23 ряд. В ряду у нас 24 столбика. И в следующем ряду мы вяжем 2 столбика без накида, убавление. Первый, второй, убавление. Снова первый, второй, убавление. Первый, второй, убавление. И так продолжаем до конца этого ряда. Мы с вами связали 24 ряда, в ряду 18 петелек, 18 столбиков без накида, и я уже внутрь добавила наполнитель. Следующий ряд, 25, мы с вами вяжем за заднюю стеночку, 18 столбиков без накида. Этот ряд вы вяжете самостоятельно, захватываем только заднюю стеночку петельки. В ряду 18 столбиков без накида. Закончите вязать этот ряд, 25, и возвращайтесь ко мне. Мы связали 25 ряд за заднюю стеночку. В ряду у нас по-прежнему 18 столбиков без накида. Следующий ряд 26, и здесь мы вяжем за обе стеночки также 18 столбиков без накида. Этот ряд вы вяжете самостоятельно, закончите его и возвращайтесь ко мне. 26 ряд мы с вами связали, в ряду 18 петелек. Следующий ряд у нас 27, и здесь мы вяжем 4 столбика без накида, убавление. Первый, второй, третий, четвертый, убавление. Снова первый, второй, третий,
четвертой убавление. И еще раз. Первый, второй, третий, четвертый и убавление. Мы связали 27 ряд. В ряду у нас 15 столбиков без накида. Следующий ряд 28, и мы вяжем без убавлений 15 столбиков без накида. Этот ряд вы вяжете самостоятельно, закончите его и возвращайтесь ко мне. И у нас с вами последний ряд. Здесь мы с вами вяжем 3 столбика без накида, убавление. Первый, второй, третий, убавление. Еще раз. Первый, второй, третий, убавление. Снова первый, второй, третий и убавление. В ряду у нас 12 петелек. Мы закрепляем нить, вытягиваем через последнюю петельку, нить обрезаем и оставляем небольшой кончик для пришивания. Тело платья для нашего ангелочка у нас с вами готово. Теперь мы его полностью набьем, полностью добавим в него наполнитель. Контрастную нить можно вытащить. Голова для ангелочка у меня уже готова. В описании к видео возле названия увидите стрелочку, на нее нужно нажать, и можете перейти по ссылочке и связать голову ангелочку. И теперь мы пришиваем голову к туловищу. Поскольку у нас в голове 8 петелек, а в туловище 12, то значит мы с вами 4 петельки должны прошить в одну. И здесь мы пришиваем в произвольном порядке, то есть у нас нет на платье нашего ангелочка никаких, скажем так, опознавательных знаков, где вперед, где зад, где... Поэтому мы пришиваем совершенно в произвольном порядке. Здесь каким образом? В 4 петельки головы мы должны будем прошить... по 2 петельки туловища. То есть вот я пришиваю первую петельку, дальше по одной, следующая петелька головы я пришиваю в одну 2 петельки туловища. То есть здесь я ввожу иголочку в ту же петельку головы и захватываю следующую петельку туловища. Следующая петелька по одной головы и туловища. Следующая петелька, одна головы и две туловища, то есть сначала пришиваем одну петельку туловища, теперь вводим иголочку в эту же петельку головы и пришиваем следующую петельку туловища. Следующая у нас с вами одна петелька головы, одна туловища. И у нас с вами осталось 2 петельки головы, и сюда мы пришиваем в одну петельку головы 2 петельки туловища и последнюю петельку головы одну с туловищем. Я надеюсь, что здесь я понятно вам объяснила.
Вот у меня осталась последняя петелька головы. И захватываем последнюю петельку туловища. И вот что у нас получилось. Здесь мы ниточку закрепляем. И прячем хвостик этой нити в туловище нашему ангелочку. Хвостик нити обрезаем и оставшуюся часть этой нити прячем в туловище с помощью крючка. Теперь нам нужно с вами связать ручки. Руки мы вяжем также, можете в описании к видео перейти по ссылочке и связать две руки. Единственное, что мы здесь не меняем цвет пряжи. То есть как начали вязать бежевым, так бежевым и заканчиваем. У нас с вами готовы две руки. Одну ручку я уже оформила рукавом. Вот так это будет выглядеть. И сейчас я вместе с вами свяжу второй такой же рукавчик. Итак, пока руку откладываем. Здесь нам нужно с вами оставить хвостик подлиннее, для того, чтобы потом сшить обе половинки рукава и пришить сам рукав вместе с рукой к туловищу. Оставляем небольшой кончик. Теперь делаем петельку, под нить подводим крючок и поворачиваем. Захватываем рабочую нить, вот эту, которая у нас с вами идет от клубочка, и вытягиваем ее через петельку. Теперь делаем 16 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Смыкаем в кольцо цепочку. Складываем таким образом, чтобы у нас все было ровно и петельки не перекрутились. Вкалываем крючок в самую первую петельку и вяжем соединительный столбик. Захватываем рабочую нить и вытягиваем через все петельки. Теперь вкалываем крючок в эту же петлю и вяжем столбик без накида. И дальше по цепочке вяжем 15 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый. И последний, 15. Вот мы дошли до нашего соединительного столбика. Теперь мы прокладываем контрастную нить между рядами. Мы с вами связали ряд, цепочку из воздушных петель. Мы это за ряд не считаем, то есть сейчас в круговую мы с вами связали первый ряд. Дальше второй, третий, четвертый, пятый и шестой ряд мы вяжем по одному столбику без накида в каждую петельку. Здесь мы с вами пропускаем вот этот соединительный столбик наш, вкалываем крючок
самую первую петельку, вершинку столбика без накида, и вяжем 16 столбиков без накида в ряду. 2, 3, 4, 5 и 6 ряд по 16 столбиков без накида вы вяжете самостоятельно и возвращаетесь ко мне. Ну вот, я связала эти рядочки, и теперь мы с вами закрепляем петельку, вкалываем крючок в следующую петлю, вытягиваем нить, вытягиваем через петлю, которая на крючке, вытягиваем ниточку и ее обрезаем, оставляем небольшой кончик для того, чтобы ее спрятать внутрь рукава. Контрастную нить вынимаем. И теперь мы сразу эту нить спрячем внутрь рукавчика нашего. Здесь я продену через несколько петелек последнего ряда. Вот эту нить. Затем вставлю этот хвостик в иголочку и с изнаночной стороны протяну через петельки. Просто через петельки изнаночного ряда для того, чтобы эту нить закрепить. И в обратном направлении то же самое. Теперь мы эту ниточку обрезаем. И что делаем дальше? Теперь мы вставляем нить вот в этот хвостик, который, точнее, иголочку в этот хвостик, который до этого оставили. Берем нашу готовую ручку, и что мы делаем? К тому месту, где у нас с вами идет вот этот хвостик, мы внутрь вкладываем ручку. И теперь нам нужно с вами сшить обе части рукава вместе с рукой. Как мы это сделаем? Ну, во-первых, я закреплю эту ниточку. И захватываем петельку руки, петельку рукава и вытягиваем. Теперь опять такие же движения делаем. Петелька рукава, петелька руки. И с лицевой стороны, получается, мы прошиваем наш рукавчик вместе с рукой. И так продолжаем до конца рукавчика. Теперь вот такими вот стежками я просто верну иголочку назад. Для того, чтобы нам сейчас с вами пришить ручку к туловищу нашего ангелочка. Вот таким образом мы будем пришивать. В основании туловища с шеей. Здесь смотрите внимательно, чтобы вот эта свободная часть рукава, она была снизу. И пришиваем рукавчик. Здесь уже любым удобным вам способом. Я, как всегда, использую потайной шовчик. Мне он больше всего нравится.
Здесь можно полностью пришить, можно пришить только ту часть, которая у нас с вами, где у нас с вами идет ручка, то есть половину рукава. Здесь уже на ваше усмотрение. Самое главное, чтобы это все было очень аккуратно. И таким же образом я сейчас пришью вторую ручку. Кончик нити мы с вами закрепляем и прячем внутрь туловища. Пришивайте обе руки и возвращайтесь ко мне.